Центр правоохранительных услуг открылся в прокуратуре Алматы. Его оснастили современным инженерно-техническим оборудованием, системой электронной очереди и сектором самообслуживания. Здесь горожанам безвозмездно будут оказывать свои услуги прокуроры, нотариусы, адвокаты, медиаторы, психологи, служба пробации и работники акимата. Например, в этом центре можно узнать о ходе расследования уголовного или гражданского дела, обжаловать действия тех или иных органов, ну или просто получить юридическую консультацию. Ежедневно в прокуратуру с различными жалобами обращаются около 50 человек. С открытием центра появилась возможность принимать людей вчетверо больше. Более 600 тысяч человек – это те люди, которые вовлечены в правовое поле, и те люди, которые нуждаются в консультации. То есть мы говорим, что это наши будущие клиенты, которые могут сюда приходить, и мы готовы такой объем людей здесь принять и оказать качественную консультацию, качественную помощь. Постоянно руководитель центра будет находиться здесь, и также мы, как руководители прокуратуры города Алматы, будем сюда спускаться, смотреть и контролировать ход оказания услуг.